В случае необходимости консультации узкого специалиста, основные специалисты, хирург, невролог, лор-врач, офтальмолог, по заявке терапевта тоже могут выйти на дом к пациенту. Остальные специалисты так называемых узких специальностей, врач-терапевт может либо с ними проконсультироваться дистанционно, либо в некоторых отдельных случаях пациент может быть приглашен на дом с соблюдением всех предосторожностей. Если ей нужны какие-то необходимые обследования, если их возможно проведение на дому, сделают на дому. Если нужно будет что-то сделать, то, что не делается на дому, ну, со всеми предосторожностями, о которых доктор рассказывает, да, женщина придет. То есть максимально все-таки, да, мы стараемся не приглашать людей в поликлинику. Этим пациентам организована дистанционная выписка лекарственных препаратов, если они являются льготными категориями граждан, а многие из них как раз так называемые льготники, им дистанционно по их заявкам выписываются препараты лекарственные, рецепты на препараты, и препараты эти в случае необходимости доставляются на дом.